Так вот, зачем нужна эта штука. Так, теперь просто отопри второй. Ну-ка посмотрим, что дальше. Очередная загадка. Идите избранным путем, промедление смерть. Ну, тут хотя бы все ясно. Похоже, тут какой-то переключатель. Ты поверни этот переключатель, а я пока тут постою. Уверен, все будет в порядке. Во имя девяти. В жизни не видел ничего подобного. Похоже, эти платформы целиком сотканы из магии. Невероятно. Если приноровишься и будешь ступать по платформам, сможешь перебраться через расщелину. Просто восхитительно. Не находишь? Не останавливайся. Не смотри. Смотри. О, прекрасно. Я ничуть не сомневался, что ты пройдешь. Посмотрим, что ждет нас дальше. Вот это высота. Там что-нибудь движется внизу? Да сделайте же что-нибудь! Своему слуху. Жизнь! Продолжение следует...
Кто там? Похоже, тут нужен какой-то ключ. Может быть, те половины когтей подойдут, если вложить обе. Кажется, кольца можно вращать. Быть может, здесь найдутся неповрежденные фрагменты текста и подскажут, как подобрать комбинацию. А, вот. Тут что-то есть. Первый фрагмент как-то связан с воздухом или, может, ветром. Во втором упоминаются ночное небо и луна. А третий как-то связан с огнем. И еще, похоже, упоминается чешуя. Больше ничего не могу сказать об этой надписи. Я изучу остальное и скажу, если найду еще что-нибудь. А ты постарайся подобрать комбинацию. В такие моменты история для меня по-настоящему оживает. Это место – настоящий кладезь находок. Эта гробница – очень значительное открытие. Мы войдем в историю. Что это? Давай будем крайне осторожны.
верил, что ты справишься. Теперь посмотрим, что ждет нас дальше. Будь начеку. Еще одна надпись на драконьем языке. Интересно, что... И говорится. Сейчас я изучу эти руны. Опять упоминается страж. Могу только предположить, что он и похоронен в этой гробнице. Написано, что он был верен, и наградой ему стала почетная смерть. Очень интригует. Невероятно. Настоящий драконий жрец. За все годы, что я посвятил изучению истории, я и не надеялся увидеть подобное. Полагаю, это был Валор. Должно быть, гробницу построили для него так, чтобы он смог стоять на страже даже после смерти. Несомненно. Я знал, конечно, что драконьи жрецы были могущественными людьми с сильной волей, но я и представить не мог. Что ж, пожалуй, я увидел все, зачем пришел. И твои обязательства выполнены. Я обещал тебе плату за труды. Вот она. Думаю, я уделю должное внимание изучению этой стены слов. Ах, какая книга у меня получится!
Кто там? Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. Очередная записка от твоего друга Ралиса. Надеюсь, все в порядке. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. А вот и ты. Отлично. Снова Драугры. Следовало этого ожидать, да? Кого еще можно встретить в этих проклятых криптах, кроме полчищ Драугров? Не меньше 6 землекопов погибли. Остальные сбежали. И я их не виню.
тебе как-то удавалось справляться с этими тварями раньше. Может, сходишь туда, глянешь, не выжил ли кто?
Кто там? Готово. А ты еще откуда? Есть новости. Проклятие. Этого следовало ожидать. Ладно. Мы, по крайней мере, можем вернуться к работе. Но раз есть опасность для жизни, цена будет расти. Я собираюсь нанять и нескольких наемников, чтобы был хоть кто-то, кто умеет сражаться. Шахтерам так спокойнее будет. Не говоря о том, что шансы на выживание вырастут. Но это никак не удешевляет работу. На этот раз потребуется 3000. У тебя есть столько? Нам вернется в 50 раз больше, партнер. Доверься мне. Найму новую команду и несколько крепких парней, чтобы обеспечивали нашу безопасность. Заглядывай, как сможешь. Теперь нас не остановить. Зайдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Зайдем. Thank you.
А ты еще откуда? Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я понимаю, почему.
Ух ты! Впечатляет. Я рада, что ты со мной. Смотри в оба. Нет, за вами пришли. Кто там? Yeah!
что... Хорошо, что я доверяю.